В этом ролике я покажу отдельные моменты из процесса насиживания у замечательного кулика камнешарки или Arenaria interpres. Это совсем небольшая стройная птичка, она весит всего 100-150 грамм. Вот так выглядят яйца камнешарки. Обычно в кладке этого кулика 4 яйца. Важно отметить, что на Белом море камнешарка чаще всего устраивает полностью скрытые гнезда, например, в куртинах травы или среди вороничника. Именно такое скрытое гнездо мы засняли на экшн-камеру. Из-за того, что гнездо устроено в глубине вороничника, сами яйца плохо видны в кадре. Примерно через 7 минут после того, как люди покинули остров, птица пришла к гнезду, проверила, на месте ли кладка, но не села, а отошла еще на 3 минуты. Через 10 минут после установки камеры птица вернулась к насиживанию. Обратите внимание, как хорошо маскирует птицу ее пестрая окраска. Даже зная, что кулик находится на гнезде, его сложно разглядеть со стороны. Как и все птицы, камнешарка регулярно перекладывала под собой яйца, чтобы лучше и равномернее обеспечить прогрев кладки. Некоторое время птица активно вертела головой, но уже через полчаса ее движения стали заметно более скованными, веки стали подниматься чаще, головка опускалась ниже, и птичка решила совместить приятное с полезным и задремала. Еще через полчаса куличок засунул клюв под крыло, чтобы погреться и продолжить дремать. Нужно сказать, что сон не мешал камнешарке выполнять свои родительские обязанности. Она регулярно переворачивала под собой яйца. Через 2 часа мы вернулись на остров, и птица, услышав беспокойные крики чаек и крачек, поспешно ушла с гнезда. Спасибо за просмотр.